Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас тушеная курица с мясом. Фруктики у нас здесь, огурчик, оливочки и новое я. Как вам, пишите в комментариях. Пишите свое честное мнение. Вы уже наверняка видели видео. Но мне интересно реально себя посмотреть именно на мукбанке, как я. Вот. Мне, в принципе, все нравится, просто немножко непривычно, я как-то не привыкла к такой себе. Возможно, кто-то из вас даже не заметит, что произошло. Но, на мой взгляд, все-таки это заметно. Чуть-чуть добавила губы и сделала подбородок. В любом случае изменения эти временные. То есть если мне не понравится, со временем это пройдет, и я могу дальше уже не делать эти процедуры и все. За это я обожаю косметологию, что сделал, например, губы. Через год не делай, и все, все сойдет на нет. Мясо такое нежное прям. Сейчас бы под это все так бы пошло вино. Но мне просто нельзя. Я, кстати, остановила свой спортзал. Потому что я сделала ботокс, а в этот период нельзя заниматься. У меня в спортзале в договоре было написано, что можно заморозить спортзал до 2 недель. В случае разных форс-мажорных ситуаций. Поэтому надо читать договор до конца. Я решила этим воспользоваться. Все равно я не смогу ходить в спортзал. Просто так мои денежки улетают. Вот, лучше уж я заморожу. То есть просто эту неделю не буду считать. Это очень удобно. Потому что разные в жизни ситуации бывают. Например, ты можешь сломать ногу. Может срочно что-то произойти. Поэтому место, куда я хожу, мне в этом плане очень нравится, что есть там такие возможности. После ботокса нельзя прям сразу спортом заниматься. Я только на лбу делала. Вкуснотища просто. Вот, пожалуйста, напишите в комментариях честное свое мнение. Как вам? Я. У меня в последнее время такое не то что подавленное состояние. Мне очень хочется меняться. Мне хочется становиться лучше, краше. Я смотрю на себя
В последнее время как-то, ну, не особо в восторге от себя, если честно. Смотрю и вижу недостатки. У меня в жизни были периоды, когда я смотрела в зеркало, я прям любила себя. А сейчас у меня такой период, я смотрю на себя, и мне абсолютно не нравится то, что я вижу. У меня появилась просто куча комплексов разных. Возможно, уже возраст. Возможно, какие-то другие факторы повлияли на меня. Но если есть вещи, которые могут сделать меня счастливее, я обязательно этим воспользуюсь. У меня брат жесткий критик в таких вещах. Он вообще против всего этого. Он как всегда посмотрел на меня и сказал, зачем? Ну, такие люди будут всегда. Которые вам будут говорить, да зачем, да не делай. Даже если та или иная процедура вам не подойдет. На мой взгляд, лучше сделать, пожалеть, чем не сделать и постоянно жалеть об этом. Так сильно меняться мне хотелось, когда мне было 17 лет, когда был подростковый какой-то период. И вот сейчас. Я все думала, что я плохая актриса. То есть я не умею скрывать своих чувств. Я почему-то всегда так думала. Но за последнее время я поняла, что я очень даже хорошая актриса.
очень жирно. Конечно, вкусно. Ну, блин, пипец, как жирно. На этом, я думаю, пора закругляться. Я вам всем, я знаю, что большинство моей аудитории — это девочки. Я вот вам желаю реально самое главное — душевной гармонии. На этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю. С вами была Айка.